Я для себя что понял, и уже после этого, наблюдая за многими компаниями, я осознал, что не все владельцы бизнеса, далеко не все, наверное, 95-98% предпринимателей и владельцев бизнеса могут быть хорошими менеджерами. Я вообще не знаю, как кондитерку, там, как тортики собирать. Я никогда в жизни ни один, вот работая столько в Куликовском, не собрал ни одного тортика. Я управляю не тортиками, я не управляю кондитеркой. Я развиваю и управляю командой, людьми. И любой бизнес, любое дело, это все-таки уникальность, завязанная именно на людях. Мы будем развивать в первую очередь команду. А уже команда разовьет бренд, команда, люди разовьют продукт, команда сделает все. И вот этого бизнесмены, предприниматели в большинстве своих случаев не понимают. Мне без разницы, потеряю я продукт или потеряю я бренд. Мне главное не потерять команду. Что я говорю, отпустите, пускай человек сходит, побудет в другом месте, и вот он вернется, и мы его с удовольствием возьмем. И у нас такие прецеденты есть. И те люди, которые возвращаются, они минимум в 5 раз лояльнее и минимум в 10 раз прокачаннее становятся. А самый лучший навык у любого профессионала – это уметь прокачивать свои навыки.